В рамках Московского экономического форума прошел круглый стол. На нем обсуждалась выработка общих подходов к проблеме вывода страны из кризиса перед лицом серьезных вызовов и угроз. В мероприятии приняли участие представители КПРФ и других политических партий и общественных объединений. Круглый стол вызвал огромный интерес у гостей форума. Аудитория едва смогла вместить всех желающих. Подробнее в материале Георгия Крысенко. У тех, кто стал участником этого круглого стола, разные, а порой диаметрально противоположные политические взгляды. Но всех здесь объединяет одно – тревога за судьбу России и понимание того, что нужно срочно искать пути ее спасения. Впереди еще один тур политической борьбы. Политической борьбы, связанной с выборами президента Российской Федерации в марте следующего года. Это означает, что все субъекты российской политики должны сегодня определить свое место в этой борьбе. Что касается Компартии России, то наша позиция, курс на объединение народно-патриотических сил в ходе этой политической кампании был заявлен в декабре прошлого года, когда обращение к народно-патриотическим силам подписал лидер партии, председатель ЦК КПРФ Зюганов Геннадий Андреевич. В нем как раз заявлена готовность Компартии Российской Федерации участвовать в самом широком диалоге, формировать самый широкий круг тех сил, которые могли бы выдвинуть кандидатов в президенты и побороться за изменение существующего порядка вещей. Участники круглого стола подробно обсудили рабочий вариант социально-экономической программы, которая могла бы лечь в основу объединения. У КПРФ есть своя программа «10 шагов к достойной жизни», предложенная на Орловском экономическом форуме. Однако партия готова к диалогу со всеми народно-патриотическими силами по выработке единой платформы по выводу страны из кризиса. То, что страна вынуждена была подойти к такому уровню деградации и такому уровню угроз, печально, но заставляет людей уже не говорить «я», а говорить «мы, давайте договариваться». И, конечно, у меня огромная благодарность и КПРФ за то, что КПРФ пошла на эти переговоры. И здесь совершенно не надо мериться, за какой партии сколько штыков. Здесь очень важно, что это представители ярко выраженных противоположных идейных течений, на которые в сегодняшней кризисной ситуации могут и должны найти единство, как здесь многие говорили, единство в действии для вывода страны из кризиса. Нормальное финансирование реального сектора экономики, изменение бюджетной и налоговой политики, государственный контроль над природными ресурсами, жесткая борьба с коррупцией, реальная поддержка самых незащищенных слоев населения. Эти и многие другие вопросы были на повестке дня. Многие ценности и цели у нас кардинально и радикально различаются. Тем не менее, мы ищем какую-то общую платформу для будущего непартийного, надпартийного правительства и, может быть, и непартийного парламента, в котором будут представлены лучшие люди страны. Поэтому мы видим возможность взаимодействия вокруг тех пунктов, которые считаем разумными. Участники встречи отметили, что у них сложилось общее понимание причин социально-экономического кризиса и тех задач, которые предстоит вместе решать. Все это важные предпосылки для того, чтобы в будущем, в случае победы на выборах, было сформировано правительство народного доверия. Здесь была представлена Коммунистическая партия Российской Федерации. Был представлен целый ряд организаций, которые себя не считают левыми, скорее считают себя представителями там, правых политических сил. Но все они так или иначе находятся на платформе, на патриотической платформе, на позиции защиты национальных интересов. И вот сегодня мы говорили о тех экономических подходах, которые, на наш взгляд, должны позволить вывести Россию из кризиса. И мы определяли здесь точки соприкосновения. Первый шаг к объединению сделан. Уже сам факт, что подобное мероприятие состоялось, говорит о возможности серьезного диалога между представителями народно-патриотических сил. На будущее запланированы новые подобные встречи, итогом которых должна стать общая программа действий.